Кызылординской области начали строительство 67 многоэтажных домов. С начала года ключи от новых квартир получили 462 очередника. Новоселье справляют и сегодня. В областном центре построили две многоэтажки для 150 малоимущих семей. Открыли и современный спортивный комплекс. Социальный объект площадью 2700 квадратных метров возвели за счет внебюджетных средств. Спорткомплекс может принять одновременно до 350 спортсменов. В волейболе есть определенные стандарты. Высота и ширина волейбольной сетки. Здесь все необходимые требования соблюдены. Сейчас в Кызылорде этот вид спорта очень популярен среди молодежи. К примеру, сборные команды девочек 2010-2011 годов рождения уже двукратные чемпионы Казахстана.